эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Для ликвидации последствий циклона «Ольга» сотрудников коммунальных служб Ленинского городского округа перевели в усиленный режим работы. В жилом комплексе «Зеленая аллея» состоялся прием населения в формате выездной администрации. На Ольгинский маршрут дадут новый автобус, чтобы он меньше ломался. На очередном бизнес-завтраке предприниматели пообщались с главой муниципалитета Станиславом Катаровым. Постараемся сделать так, чтобы нашим предприятиям, которые работают в нашем Ленинском городском округе, было комфортно. В среду на Московскую область обрушился мощный снегопад, вызванный атлантическим циклоном «Ольга», который пришел с юга Гренландии. Он принес сильную метель и резкое похолодание. За сутки в регионе выпало около четверти месячной нормы осадков. Из-за обильного снегопада образовались пробки на дорогах и гололедица. Для ликвидации последствий циклона «Ольга» сотрудники коммунальных служб Ленинского городского округа перевели в усиленный режим работы. Всего к уборке территории привлечено более 1300 человек и 330 единиц техники. Сначала убирали центральные дороги и тротуары, а также подходы к социально значимым объектам, а затем во дворах. Гражданам рекомендуют с осторожностью передвигаться по пешеходным тротуарам, а автолюбителей убедительно просят пересесть на общественный транспорт. Коммунальные службы муниципалитета будут держать ситуацию под контролем. В Видновской школе номер 2, расположенной в жилом комплексе «Зеленой аллеи», состоялся прием населения в формате выездной администрации. В рамках встречи местные жители смогли пообщаться с представителями разных служб и ведомств на волнующие темы. Прямой диалог между жителями и представителями администрации округа доказал свою эффективность. Проблемы решаются намного быстрее и с учетом мнения населения. Старшие по домам и инициативные группы жилого комплекса пришли с подготовленным списком обращений. Основные у нас вопросы – это детский садик, недостроенный третий, и школа на 1225 мест, которую мы ждем с 2019 года. Представители самолета, которые сегодня здесь присутствуют, нам дали очень четкие и внятные ответы с обозначением всех сроков, что начнут они детский садик строить во втором квартале 2024 года, и школу начнут строить в 2025 году, окончание 2026 год. Они рассказали, на какой стадии сейчас находится проект, что меняется. Но для нас самое главное – это то, что количество мест, 1225 человек, не изменяется. Побывали на встрече и жители других населенных пунктов. Татьяна Панчева и Лилия Пушкова из Расторгуева обратились к представителям Министерства транспорта области по вопросу второго маршрута автобуса, проходящего по Ольгинской улице. По поводу двойки и семерки, то, что у нас маршруты очень плохо ходят. Учителя на работу опаздывают. Дети тоже. Сломается автобус, что он старенький у нас автобус ходит, и иногда бывает, что он сломается, 2-3 рейса пропускают, пока найдут замену. Сказали, дадут новый нам автобус, придут вот пополнение, новые автобусы придут, и на Ольгинский маршрут дадут новый автобус, чтобы он меньше ломался. Многие обращения взяли на контроль народные избранники. Заместитель председателя Совета депутатов Ирина Архангельская помогла разобраться жителям в вопросах социальной сферы и образования. Ко мне вот обращались по вопросам социального характера. Жительница одна живет. Ну, в общем, мы проговорили с Китаевой Галиной Владимировной. Она взяла на контроль этот вопрос. Я, естественно, проверю. И мы обязательно посетим этого человека и поможем в ее вопросе. Вопросы транспорта. Здравоохранение. Подходил, кстати, начальник поликлиники вот здесь, в Зеленых аллеях. У них там и протечка идет, и помочь им надо в вопросах. Поэтому тоже взяла на контроль. Традиционно после приема начальников управления служб с местным населением встретился глава Ленинского городского округа. Станислав Катаров прокомментировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства дорог и парковочных мест, а также транспортной доступности. По проблемному для «Зеленых аллей» маршруту 33К дала разъяснение заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктория Калинина. Сейчас мы занимаемся этим вопросом, и во втором квартале этого года у нас будет введен альтернативный маршрут.
На встрече присутствовали и соседи Старычева. Их интересовали вопросы водоснабжения и канализации деревни. И в прошлом году нам клятвенно обещали, что в этом году спроектированный вопрос будет закончен. И наконец-таки к 2026 году мы почувствуем себя нормальными людьми, потому что тяжело, когда централизованной канализации воды нету, и проблемы с нашим трансформатором частенько возникают, слава богу, его на баланс забрали. Но когда он не работает, все насосы не работают. В любом случае нам здесь за счет бюджета нашего городского округа точно это не выделим, потому что это не очень дешевая история, вы знаете. Естественно, мы будем делать это вместе с правительством Московской области. Конечно, будем попадать в программу и делать это за счет финансирования нашего бюджета и областного. То есть два бюджета будем туда привлекать. Формат выездной администрации позволяет не оставить без внимания самые острые вопросы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Встречи с предпринимателями неизменно входят в рабочий график главы Ленинского городского округа. На очередном бизнес-завтраке предприниматели, ведущие свою деятельность на территории муниципалитета, имели возможность пообщаться со Станиславом Катаровым в формате «Вопрос-ответ». Максим Козлов узнал, какие темы обсуждались. Несмотря на то, что выглядит все как строгое совещание, на самом деле это, по сути, разговор по душам. На традиционной встрече главы округа Станислава Катарова с представителями бизнес-сообщества бывает и эмоции кипят, и взвешенный диалог ведется, и есть место для сухой статистики. По межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области. Всего за 2023 год инспекция в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизован 61 миллиард. 674 миллиона рублей. С ростом к уровню 2022 года на 9 миллиардов 495 миллионов рублей. Или на 18,2%. В ходе встречи главе муниципалитета представили несколько проектов, реализуемых местным отделением торгово-промышленной палаты. Один из них работает уже давно и носит говорящее название «Про бизнес для молодежи». Мы охватили большую часть школ. Раньше мы работали в трех, сейчас около пяти. И каждый там, практически месяц нам поступают новые заявки от директоров, чтобы мы открыли там класс. Бизнес доступный. Чем он занимается? Это, вы знаете, это определенное направление профориентации для детей, для того, чтобы они понимали, чем мы занимаемся. Еще один проект, который реализуется на территории Ленинского округа уже больше года – развитие семейного предпринимательства. О нем рассказали практики – семья Коняхиных. Марина и Сергей развивают сеть клубов для детей и подростков. 24-й год нашим президентом объявили годом семьи. Мы многодетная семья. Для нас это очень важно и ценно. Семейный бизнес – это тот бизнес, который отвечает своей фамилией, своим делом. То есть вся наша семья вовлечена в развитие бизнеса. Для нас 24/7 мы вовлечены в это дело, и для нас это даже уже не бизнес, а как образ жизни. Подобные встречи проходят на постоянной основе. Помимо них, глава округа еженедельно посещает предприятия, работающие на территории муниципалитета, чтобы быть в курсе всех чаяний и проблем бизнесменов. Бизнес в Ленинском городском округе, он, а, очень социально ответственный, б, очень близкий к людям на самом деле и готовый создавать и дополнительные рабочие места, и дополнительно привлекать людей, и дополнительно их мотивировать. Постараемся сделать так, чтобы нашим предприятиям, которые работают в нашем Ленинском городском округе, было комфортно и они развивались. А для этого нужно в первую очередь взаимодействие. После докладов представителей различных комиссий Ленинского отделения торгово-промышленной палаты Московской области разговор продолжился в формате «Вопрос-ответ». Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях врач-ревматолог Видновской клинической больницы Бурлият Бариева. И мы поговорим о ревматологических заболеваниях. Бурлият Мухадиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как заподозрить развитие ревматологических заболеваний? Можно, наверное, разделить на две группы большие. Это суставные и внесуставные симптомы. Ну, суставные симптомы, собственно, это боль, припухлость в суставах, покраснение, ограничение движения, скованность. Внесуставные – это ревматологические заболевания, это системные заболевания, поэтому сюда можно и отнести и общие симптомы – слабость, снижение аппетита, снижение массы тела, температура
почечные симптомы, мышечные симптомы, и по системам можно их разделить. А есть ли профилактика таких заболеваний? Профилактика для некоторых заболеваний ревматологических, к сожалению, не разработана. Это при псориатическом артрите, например, при болезни Бехтерева. Но общие такие меры профилактики – отказ от курения, снижение массы тела, что влияет, собственно, на нижние конечности, нагрузка идет. Какие вообще факторы риска? Факторы риска. Ну, вредные привычки – это раз. Ожирение. К вредным привычкам вот больше всего относится курение. Психоэмоциональное состояние. Психоэмоциональное расстройство. Это... То есть, а как это связано? Как говорят, все болезни от стресса, от нерва. Да, ну то есть стресс именно является фактором риска многих наших ревматологических заболеваний. В том числе, да? В том числе, да. Наследственность, генетические факторы никто не отменял. А кто больше всего подвержен этим заболеваниям? Есть ли вот как бы половая принадлежность, например, возраст? Сложно сказать. У нас отдельные заболевания, например, при ревматоидном артрите страдает больше женский пол, при болезни Бехтерева – мужской пол, остеоартриты – это больше пациенты возрастные, но сейчас и молодежь встречается, к сожалению, тоже. При подагре мужчины, перечислять очень много, вот, при аутоиммунных заболеваниях системно-красной волчанки молодые женщины чаще всего подвержены риску. Какие методы лечения существуют? Лечение у нас разное. Это чаще иммуномодуляторы при аутоиммунных заболеваниях системных. Если взять остеоартриты, вылечиться пациенты, к сожалению, при аутоиммунных заболеваниях полностью не могут. Единственное заболевание у нас – это реактивные артриты, когда пациенты полностью могут излечиться. Ну, лечение подбирает, собственно, врач-ревматолог каждому индивидуально. И как получить консультацию врача-ревматолога? Через терапевта. То есть это сначала должен терапевт направить? Да, ну и любой другой врач может направить тоже. В нашей поликлинике Видновской есть врач-ревматолог. Да. Вы принимаете? Да, я принимаю. Спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях была врач-ревматолог Видновской клинической больницы Бурлият Бариева. Ленинский городской округ богат на талантливых людей. Многократная чемпионка и мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону Нина Ревина теперь покоряет видновские парки и передает свой опыт другим. Со спортсменкой встретилась Инга Янчук. Любовью к спорту Нина Ревина обязана отцу, чемпиону мира по лыжам. Покорение новых вершин с семьей по выходным стало традицией. В 12 лет девушка начала серьезно заниматься зимним спортом. Нина стала принимать участие в школьных и районных соревнованиях. Получаться, в принципе, стало сразу. Среди своего возраста я выигрывала, и даже у старших. Стали тренироваться усердно, по 2 тренировки в день. И уже вот дальше уже были областные соревнования, на которых я тоже занимала призовые места. И уже вот в 16 лет среди юниорок вот я заняла призовое место, и мне присвоили мастер спорта. В 20 лет Нина Ревина стала выступать за основной состав сборной России. Количество чемпионатов увеличивалось, а копилка медалей пополнялась новыми достижениями. Очень много я участвовала, но, к сожалению, попадать на пьедестал мне не удавалось, так как я была юниоркой и не такой опытной. И вот чемпионат мира среди молодежи до 23 лет, как раз-таки там я стала чемпионкой мира в спринте. Когда девушке исполнилось 24, поступило предложение попробовать себя в биатлоне. И уже на первом летнем старте она выполнила норматив мастера спорта. Нужно следить за пульсом, грамотный подход к рубежу, грамотная обработка спускового крючка. То есть очень много моментов, тонкостей. Это, мне кажется, даже сложнее, чем лыжи. В биатлоне девушка также стремительно стала завоевывать новые награды. В биатлоне также я завоевала несколько наград на чемпионате России, стала чемпионкой России, призеркой неоднократной. А закончила заниматься, моя карьера закончилась окончательно спортивно, по семейным обстоятельствам, в связи с беременностью. Сейчас Нина – мама троих детей. Времени на тренировки не так много, но несколько раз в неделю она находит время на любимое занятие – в парке опаринки. Тут
тут важно быть упорным, не опускать эти руки, мотивировать сам себя, что будет лучше. Никогда вообще ни по какому поводу не нужно расстраиваться, даже не в спорте. После черной полосы обязательно будет белая. Оптимизм и все, во всем, не только в спорте. Нина Ревина – пример упорства, целеустремленности, а главное – любви к спорту и желание постоянно делать больше и лучше. А благодаря губернаторской программе «Зима в парках» любой желающий также может провести время с пользой на свежем воздухе. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.